9 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Бумгабалинского района нового здания полной средней школы имени Табриза Ягубова на 624 ученических места. Министр науки и образования Эмин Амрулаев проинформировал главу государства о созданных в школе условиях. Было отмечено, что построенное в поселке в 1983 году здание школы не отвечало современным требованиям и находилось в аварийном состоянии, что вызвало необходимость строительства новой школы. Строительство полной средней школы в поселке Бум началось в декабре 2021 года. Здание школы состоит из 26 классных комнат, химической, физической и биологической лабораторий, двух кабинетов информатики, двух технологических кабинетов, кабинета допризывной подготовки молодежи, библиотеки, актового зала на 195 мест, спортивного зала и столовой на 80 мест. В соответствии с велением времени строительство современных школ занимает важнейшее место среди приоритетов азербайджанского государства. За последние 20 лет в населенных пунктах Азербайджана, от центральных городов до отдаленных сел, были построены или капитально отремонтированы 3600 новых школьных зданий. Капитальный ремонт, реконструкция имеющихся и строительство новых учебных заведений в нашей стране, оснащение их необходимым учебным оборудованием рассчитано на то, чтобы молодое поколение было более грамотным и образованным. Кроме того, строительство новых зданий школ и учебных корпусов, способствуя устранению плотности учащихся в учебных заведениях, также создает условия для получения школьниками более качественного образования.